Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Ежедневная награда за Лигу Сёгунов. Две звезды забрал. Так, по заданиям. Открываем колоду. Джастин. По его пучеглазому глазу я понял, что это он. Пучеглазому глазу. Звучит как-то. Ну, в общем, всем и так все ясно. Давай зайдем, наверное, в поединок. Испытание. Вот, вот что я хотел. Конечно, друзья. Будем проходить черепашью бурю. Так, подожди-ка, мы, наверное, возьмем лучше Криса Брэдфорда здесь. Крис Брэдфорд, мне кажется, здесь поэффективнее. Во-первых, со своим бафом, который нам очень здесь пригодится. Ну и сам по себе у него проникающий удар очень лютый. Давай, наверное, я здесь начну вот так вот. Чтобы... чтобы Микеланджело как можно быстрее отдуплился. Так, здесь тоже массовая атака. Давай-ка, наверное, ракетой ударим. Слабо ты как-то, слабо, Крэнк. Что-то ты меня здесь немножечко расстроил. Так, ролевики. Ну, ролевиков давай, наверное, с гранатомета. Бумс. Так, ну и вот у нас черепашки. Давай, наверное, баф сделаем. Бафнулись. Так, Рафаэль не упал. Еще одна массовая атака от Крэнга. Сейчас посмотрим, как на этот раз пройдет. А прошло на этот раз все замечательно. Ну что, забираем наши награды. Награды здесь хороши. $60. Как тебе? Неплохо, да? А дальше смотри, 15 баксов, 75 жетонов. Круто же. 75 жетонов. Так, смотрим. Начинается у нас с классических черепашек. Я думаю, что мы здесь немножечко по-другому сделаем. Здесь же Донни отдупляется. Крэнк выпускает, опять же, свои ракеты. Угу. Давай-ка, наверное, сделаем так. Так, и добиваем. Ну, ё-моё. Хорошо, что они в паре сработали, да? Крис Брэдфорд и Бакстер Стокман. Здесь можно, в принципе, сделать шипы. Добивай, Крэнк. Переходим на третью волну. Это у нас оригиналы. Давай, наверное, массовую атаку сделаем от Бакстера Стокмана. Постепенно только на одного, да? Повесилось. И последняя волна, четвертая. Ага, черепашки. Черепашки видения. Опять же делаем баф. Плюс обычный удар. Сразу вырубил, ничего себе. Ну-ка, Крэнк, давай, под усилением. Пробьешь их с одного удара? Пробил. Слушай, ну мощно получается эта атака-то у него. Выстрел с технодрома. Намного сильнее, чем эти ракеты. Хм. Так, и последний поединок. Я думаю, здесь тоже без проблем у нас все получится. Но 6 волн. Так, Донателло, ты... Ну, здравствуйте, приплыли. Завязывай давай, Рафаэль. Прикинь, у Рафаэля на 80 уровне получается инициатива круче, чем у моих бойцов. Даже круче, чем у Шреддера. Вот это да, вот это новости, кстати. Так, Донни. Слушай-ка. Ну давай потратим маузеров. Я не хочу просто, чтобы Донателло тут выпендривался. Этот ролевик. С этими ребятами тоже тут лучше не шутить. Опа. Два хила и упали все. А нет, подожди, этот не упал. Проникающим пробьешь его? Есть. Так, вторая волна тоже отдупляется. Ну это у нас классика. Классика жанра. Давай вот так вот сделаем. Пощечину. Не буду я пока здесь тратить волну. Окей. Так, вырубаем Рафаэля. Теперь майки. Ну и на дорожку, как говорится, Донателло.
Переходим на четвертую волну. А здесь у нас оригиналы. Ну, давай волну, наверное, смертельную применим. Так, и гранату сюда, пожалуйста, закинь. Ну, в принципе, они не жильцы, поэтому я, наверное, лучше здесь поставлю баф. И хил. Вот так вот. Ну что, вы не собираетесь, что ли, падать, ёк-макарёк? Пятая, предпоследняя волна. Черепашки видения. Так, минус. Готов. Возьмем защиту дополнительную для последнего поединка. Там у нас будут черепашки космос. Так, контратака. На тебе. Да ладно, хорош. Он еще и провокацию здесь берет. Получил. На еще разок. И добивка. Ну, и черепашки космические у нас сейчас будут. Это последняя волна. Поехали. Так, уничтожим Рафаэля. Окей. Шипы. Давай сделаем шипы. Тьфу-й. Все, конечно, им все, ребят, крышка. Там постепенно урон еще висит. Так что это событие вообще легкое, на самом деле. Но довольно прибыльные. Так, что у нас там по наградам? Покажите мне, пожалуйста. 100 жетонов, 20 долларов. Вообще замечательно. Так, ну а остальное я потрачу, конечно же, на фарм. Блин, две попытки всего. Опа, слэш. И 50 жетонов. Так, теперь ежедневки. Пройдем серию испытаний. Так, мы уже на втором круге, так что все, друзья мои, четенько идет. Крис Брэдфорд. Ну, давай ракеты, наверное, запустим сюда. Криса сможешь уложить? Н-н-н, не смог. Плевком. Тюх. Стоит такой весь там, искрится, бедолага. Поломался. Так, доп. Защита. Массовых атак, я смотрю, у нас нет. О, валунчик. Кто-то упадет сейчас. Фига себе, все упали, кроме тигра. На тебе. А с какого перепуга я в эту команду взял Донателло? Объясни-ка мне, пожалуйста. Я не понял. Ладно. Шут с ним. Так, ну что, нам нужно сразиться в 3, в 10 боях и поднять уровень персонажа. Где у меня кожеголовый? Я ему 2 уровня поднял, он должен быть где-то здесь. Вот он. Значит так. Нужно нам 4 пульта. Давай искать. Один нашли. Второй. Третий. Ага, четвертый хотел сказать. Ч-ч-ч. Вот он, вот он, вот он, четвертый. Прокачиваем. Так, до 5-й ступени, да? Удар хвостом. 4 планшета. Блин, планшет у нас. Ага. Один нашли. Ну, видимо, только один. Да. Видимо, один только и судьба найти нам. Все, не выпадают они больше нам. Ладно, завершаем здесь задание. И поднять уровень персонажа. Ну, давай, наверное, мы это сделаем уже после прохождения турнирки. Так, Лига Сёгунов. Одна звезда, как ты видишь. Сейчас попробуем 15-20. Вот с этого и начнем. Уровень 52, 53, 54. В общем, короче, тут можно. Угу, можно. Можно, но
осторожно. Все-таки придется нам брать не очень сильных бойцов, массовых, которые имеют массовую атаку, чисто для прикрытия. Заодно посмотрим, сколько он урона нанесет. Да это смех. Это что такое, ребят? Это Донателло на 70 уровне. Вообще смех. Не ожидал, конечно, что такой будет слабый урон. Так, минус Крис. Попробуем вырубить майки. Дудки там. А если дрон? Так, Ванюша меня напрягает. Началось. Ну-ка, лучом его пробей. Рокстедим. Промахнулся. Давай-ка с локотка его. Йоу. Да. С локотка не получилось, зато Эйприл просто с вертушки его наказала. Как-то так. Ну что, двигаемся дальше, друзья. С 56-й позиции мы переходим на 40-ю. М-м-м, 15-20 есть. Раз, два, три, четыре. Давай-ка я возьму, наверное, Паукуса. Пускай будет у нас Паукус прикрывать наших всех вот этих ребят. Давай, начнем с паутинки. Интересно, сможешь ты пробить? Ай-яй-яй-яй, не получилось. У него меткость пониженная, у этих всех меткость пониженная. Так что они не должны, по идее, попасть по нам. Или по минималке наносить урона. Так, Пит, ты мне не нравишься, тебя надо уничтожить. И он так упал, как будто его парализовало. Ты дичь. В лобешник получил. Так, вырубили и добили. Ну что же, неплохо. Неплохо. Идеальная победа, двигаемся далее. Двадцать седьмая позиция. А чё вы мне опять 15-19 затравливаете, а? Хватит уже издеваться. Блин, майки, не хочу. А фиг где делать? Ай, блин. Хотя, ладно, он 54 уровня. Я уж надеюсь, не причинит он вреда нам. Нашему Армагону-то понятно, ничего не будет. А вот кто вместе с ним пошел, там уже, конечно, в зоне риска получается. А ну-ка давай нахлобучим. Замечательно. Единственное, кто меня заставляет пока понервничать в этой игре, это Майки. Со своим этим уклонением, своим отхилом. Так, 12 позиций. Ну что, я думаю, сейчас мы уже перейдем в лигу Сёгунов 2 звездочки. По логике должно быть так. 15-20. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Давай, наверное, Шредера возьму. Попробуем через него отыграть. Поехали. Ну-ка, Майки, отдохни чуть-чуть. Ураганчик. Что-то как-то слабо ты ураганчиком своим пробил. Так, Донни упал, это уже плюс. Слушай, он как-то быстро у нас вышел из оглушения. Упадет? Конечно, упадет. И остается Донателло. Да ты чё, серьезно что ли? Фига он его пламенем не прожарил. Эй-яй, зря ты так. Ну что, переходим на Сёгун 2, да?
Да, ребята, Сёгун 2 звездочки. Ну что, попробуем сегодня до Лиги Мастеров добраться. Каким-то макаром. Каким-то макаром. Это нам еще нужно... Подожди-ка, это мы только до Лиги Мастеров... Ой, до Лиги Сёгунов 2 звездочки. Потом еще 3 звездочки. И, и только потом Лига Мастеров. Не знаю, друзья. Получится ли у нас сегодня? Постараемся, конечно. Но почему-то я сомневаюсь. Это слишком много поединков нужно провести. Даже если взять по 10, и там 10, это двадцатка только. Это только двадцатка. Да. 20 боев. Но если бы они еще давали бы мне кубки, например, уже пора переходить на... сколько там, 16-21, по идее, да? А они не хотят. Ладно. Пока я сильно не переживаю, потому что 52-е уровни у наших противников. То есть они еще не перешли на 60-е. Так что мы вполне здесь можем их кромсать. Так, Леонардо, положишь ведь? Конечно. Куда бы ты делся бы? Причем все черепашки у нас были. Смотри, какая ирония. Вот так вот. Ну что же, двигаемся дальше. С 87-го места мы переходим на 74-е. Ну, медленно продвигаемся, согласись. Могли бы, конечно, и побыстрее. А что, нам не дадут 16-21? Все, 15-20 это как предел какой-то, я не знаю. Макман. Ладно, я возьму Макмана плюс Зека. Зека, кстати, можно было бы и не брать. Макман, ты же справишься с 57-м уровнем? Со своим одним ураганчиком. Кстати, вот эта вот картинка, когда мы бежали, и луна вон там, вон сбоку светила. Это как в мультике, когда они из канализации. Ну, когда, помнишь, там заставка-то. Типа камера летит в люк канализационный, и там вот эта вот луна как раз светила. Идеальная победа. Ну что, смотрим. Какое место? Было 75-е? А, 74-е. Становится 63-е, да? 62-е. Вот, ну неужели дали, да, стали давать мне? Так, Ванюша. Ну, Ваньки-то хватит здесь силенок пробить. Там достаточно одного залпа с гранатомета и все. Одного залпа с гранатомета. Поехали. Блин, Шредер, ну каким макаром ты выжил-то, а? Ты объясни мне. Вообще не понимаю. Ванька соточка и какой-то там Шредер никудышный. Еще выжил же. Начал еще выпендриваться там. Так, мы только до 50-го места добрались. Тяжко идем. Так, Усаги. Раз, два, три, четыре. Ну что, будет Усаги у нас отыгрываться? Да? Поехали. Давай только не подведи, пожалуйста. Сделай постепенку. Сделай все, как ты умеешь. Только еще лучше. Ну, почти красавчик. Почему-то Майки не стал снимать наш дебаф. Что это такое? Пумс. Да ладно, блин. Ты посмотри. Так. Я уж думал, мы не пробьем никогда. А почему Року мог сделать... А, две атаки. Понял, понял. У нас же Усаги делает баф на нас. Поэтому все получилось как надо. Две атаки. 37-я позиция. Нет уж, давай-ка 16-21. Хорош тут выпендриваться. Не хотит, а? Вот, 16-21. Возьму, наверное, Донателло здесь. Ну, пускай будет Крэнк, фиг с ним. Хотя Крэнк нам, наверное, еще пригодится. Вот так сделаем. Крэнк все-таки сотого уровня. И у него есть суператака. Так что Зек и Донателло не компенсируют вдвоем нашу супермощную атаку. Так, Донни выжил. Вот, в принципе, что я и хотел сделать. А Крэнк, он самостоятельный, сам по себе боец. Поэтому его не обязательно брать с кем-то в пару. Он и сам справится.
26 место. Только лишь 26. Твою налево. Ну давай возьмем Кренга. Раз, два. Три, четыре. Все, поехали. Сейчас я проверю. Блин, я хотел на самом деле сделать удар. Ну ладно, если майки у нас по инициативе. Давай проверим сейчас. Вот как Кренг сможет забомбить их всех. Вообще без проблем. Просто без проблем. И всех испепелил. Да. А что-то раньше мне казалось, что этот удар был слабый. 14 место. Давай мне 16-21. Ну хватит уже выпендриваться, ну ё-моё. Раз, два, три, четыре. Ну, придется брать Супер Шреддера. Нам пока больше неким отыгрываться. И придется, наверное, нам на откатах играть. Эть. Пробьешь? Молодец. Лео, красавчик, пробил. Уничтожил вражину. Так, ну а мы двигаемся дальше. Смотрим, какое место займем. Или перейдем все-таки. Да. Мы перешли в Лигу Сёгунов. Три звезды. Ранг 99. Все меньше и меньше и меньше у нас. Так, 60 уровень. 60 уровень противников против нас. Само собой, берем провокацию. Так, повышенная атака. Давайте только без массовых атак. Сейчас Рокзара начнут, блин, клепать. Ага, кое-кто даже упал. Второй упал. Чашечку кофе мы им приготовим. Да ладно, еще и выжили. Есть. Хе-хе, мутагеноид, красавчик, по земле ударил своими кислотными ладошками. И, ну, ты сам видел. Остальные все были подбиты. Не, ребята, до Лиги Мастеров сегодня не дойдем. Не хватит у нас. Не хватит у нас пылу. Ну ладно, не хотите давать, как хотите. Так, Шреддер, будем играть через тебя. Тут осталось, в принципе, шиш да не шиша поиграть-то. Но все-таки... Два отката, три отката потратим, ничего страшного. От нас не убудет. Поехали. Так, Ванюш, а ты что это избежал постепенного урона? Да ед... Макарёк. Ай, печали. Все, все. Стоило Ваньке упасть, как... Макман от постепеночки тоже отдупляется. Двигаем дальше. 76-я. Ну хотя бы до 50-го места добраться будет уже, ребят, неплохо, как по мне. Дай-ка я возьму Армагона. Раз, два, три, четыре. И там, по ходу дела, остается на последний поединок. Да? Влупляй. Идеально. Просто идеально. Ну, а что говорить, ребята, уже из серии в серию, как говорится, мы используем уже отложенную годами тактику, и она работает. И менять тут, ну, абсолютно нечего. Да и незачем. Раз, два, три. Хотя еще, наверное... Да, у нас еще один чистый поединок будет. Но все равно это нам не дает проход на Лигу Сёгунов. Точнее, на Лигу Мастеров. К сожалению. Хотя и хотелось бы. Так, а завтра? Завтра у меня уже крайний выходной. И на работу опять. И опять на работу. Давай-ка мне 16-22. Я же знаю, что было.
Вот. И не надо тут мне кочеврижиться. Раз, два, три. Смотри, как идеально получилось. А? Замечательно. Еще 38 откатов мы с тобой сохраняем. Это для следующей серии. Потому что там... Ну вот завтра, если мы, например, с тобой дойдем до Лиги Мастеров, наверное, будет вероятность пройти до Лиги Мастеров 2 звездочки. И это будет круто. Но неделя-то тоже кончается. Сегодня что у нас? Пятница. Да? Пятница. Суббота. Так, воскресенье, понедельник, рабочие смены. В понедельник буста не будет, потому что, ребят, с утра смена. Будет только обычная вечерняя серия, где мы попробуем что-то из себя там выжать и пробиться как можно дальше. Так, дай-ка я вот здесь вот уберу. Уберу. Я все никак не могу, ребят, настроить для стримов ОБС. Надо Илье позвонить, Иллинойзу. Я у него телефончик спрашивал, чтобы он мне помог настроить все это дело. Он мне уже как-то помогал. Вот. Пускай поможет, надеюсь, ему не сложно будет. Так, ну что, возьмем, наверное, и поднимем уровень персонажа. Естественно, это кожеголовый будет. И я надеюсь, у нас хватит. О, да. 68 уровень получает кожеголовый. Четенько, четенько. Так, и вот это вот надо тоже, друзья мои, поиграть в обязательном порядке. Только лишь для того, чтобы получить вот эти вот телепорты. Они очень-очень много требуются, особенно когда мы используем фарм. Когда мы с тобой фармим наших персонажей, там, Бибоп, Рокстеди, именно за телепорты. То есть они улетают у нас тоннами. Поэтому лишний раз, когда вот есть возможность где-то найти, пофармить там, лучше, ребята. Так, что тут у нас запиликало? Часы. Так, будильник что-то сработал. Тыкс. Да иди ты в пень, что стоит тут, выпендривается мне. Так, нормально. Это было 3, сейчас, по-моему, мы получим 4, да? 4, 5 и 6. Ну, телепортов, конечно, тут дают на самом деле смешно. Смешно как мало. Но, опять же, ищем плюс, зато на халяву. Как говорится, с лучшей сдраной овцы шерсти клок, да, чем ничего. Подожди, а вот... А зачем Крэнк вот это сейчас сделал? Я, кстати, немножко удивлен, что Крэнк не стал бить, а сделал баф. Нифига себе. Крэнк, ну это да, это что-то новенькое было. Такого раньше он не позволял себе просто взять и бафнуть. Тем более на этих, на телепортах. А тут смотри-ка. Такс. На тебе. О, какая у тебя слабая атака, Крэнк, сейчас была. Что-то вы, ребят, тут, по-моему, закислились. Вам так не кажется? Сейчас он будет нас разбирать здесь. Так, боеголовочка пошла, пошла, пошла. Опа. На тебе, ракетами. Пробили. Все. 3-4 это 7. Получается плюс 5 это 12. И 6, 18 телепортов мы получили. Эх, забираем здесь награды. Ну что, друзья, на этом я буду заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.